Как вы спасаетесь от жары? Никак, мне жарко. Жарко. Да. Может быть, воду пьете, мороженое едите, на речку выезжаете? Воду пью и мороженое иногда ем. Пить больше воды. А вы как сами спасаетесь от жары? Вот так и спасаюсь. Что порекомендуете вообще? Как спасаться, оберегать себя от солнечных лучей? Я даже не знаю. Не знаю даже. Водичка, пляж. Ну, водичка, пляж, конечно. Накрываться что-нибудь. От жары, знаете, не могу ходить, во-первых, без панамки и шляпы. А давление поднимается, поэтому я еще волосы там смачиваю и одеваю. Тогда мне становится легче. Вот. А так, днем и утром хожу по тени, где тень перед домами. А вечером опять хожу где там, где тень. Так, так и гуляю. Сидеть дома. Да, да. Может быть, у вас какие-то лайфхаки есть или любимые места, где вы спасаетесь от жгучего солнца? Ну, в тенечке можно есть мороженое, там на лавочке сидеть. Вот. Холодную воду пить. Холодную.